Тем, кто любит легкие и полезные десерты, мамам, которым сложно накормить детей кисломолочными продуктами, а также всем, кто любит разнообразить меню, хочу предложить на заметку этот рецепт. Покажу пошагово, как приготовить творожный десерт с тропическими фруктами и кокосовой стружкой. Сразу хочу сказать, что набор фруктов может быть абсолютно любой, используйте все, что любите или сумеете найти. Кокос придает десерту особую пикантность, но его вполне можно исключить. Такую вкуснятину наверняка захотят попробовать даже те, кто не любит творог. 1. Консервированные ананасы измельчите в пюре и соедините с творогом. 2. Добавьте по вкусу сахар. 3. Следом взбитые сливки и кокосовую стружку. Тщательно перемешайте все до однородности. 4. Выложите творожную массу в две формы, разровняйте и отправьте в холодильник на 2 часа, а после еще на 1,5 часа в морозилку. 5. Подготовьте фрукты. 6. Дополнительно можно присыпать творожный корж обжаренной кокосовой стружкой. 7. Затем выложите фрукты и можно подавать десерт к столу. Приятного аппетита!